Европейский спутник падает на Землю. Аппарат предназначен для изучения гравитационного поля Земли. Весит он около тонны, и рассчитать место его падения пока невозможно. По данным экспертов Европейского космического агентства, авария произошла потому, что у спутника закончилось топливо. Как сообщает стратегическое командование США, аппарат войдет в атмосферу 10 ноября в 23:02 по Гринвичу. Точность прогноза пока невелика, плюс-минус 16 часов. Если он сбудется, точка входа будет находиться над территорией Бразилии. Ожидается, что большая часть спутника сгорит в плотных слоях атмосферы, но детали весом около 200 килограммов могут достичь поверхности планеты в виде 50 фрагментов.